Ладно, миссию нашу знаете. Ну конечно, все надо знаю. спасти генерала Петрова. Блять. Блять, кто придумал эти ворота? А может, кстати, дрифт на танке? Ну, лучше не проверять сюда. Ну вот, ты и ответил на свой вопрос. Блять, что это? Ладно. Бля, преграда. Блять. Бля, я думал, проедем. Ну, блять. Сейчас. Нормально, ты вообще адекватно? Что ты творишь? Смешно же, парни. Когда еще такое можно сделать будет? Ладно, что мы знаем, меня зовут Вилсон. Зовите меня Вил, как тебя зовут? Ой, меня зовут Фидел Банан. Как хорошо, что у нас остался танк Абрамс. Пиздец какой-то. Говно Абрамс. Говнище лютое. Глохнет на каждом шагу. Его маска забрала Абрамс. На электричестве, да. Поехали. Да, Абрамс какой-то мотор ненадежный. Бля, что тут за алкаши? Алкашня собрала, стреляйте по ней. С чего? С пушки. Ну бля, нахрен с пушки ебашить. Давайте хоть поугараем. Не буду. Да тут медаль, дурачок года. Да тут медаль за отваку. Давай. Спас генерала. Выстрелим ему. Не стрелять, не хочет стрелять, я не умею стрелять. Уже здесь где-то генерал сидит. Да, давай проезжай, так, говно... Блин, ну что за... Говно лет... Ох, чё, пять, ну что за... Олег Абрамс. Странно, Илон Маск выдал говно какое-то. Зачем на электричестве делать, ну? Во, прыгерная! Вот тут здесь, да, вот здесь сидит, и вот здесь GPS-трекер. Окей. Жрёт, сидит, бургеры. Генерал! Сейчас, подождите. Как отсюда выйти? Ае. Чёрт. Давай-давай, надо генерала защищать. Генерал? Бля, где он? Он где-то внутри. Бургерная? Так это не бургерная. Это бургерная. А, стоп. Это конвент Емарт. Точно. А вот бургерная, да. Заходим. Сядь лучше танк, там пулемет есть. Банан. Так, ну и где он? Хер его знает. Генерал, вы где? О, сдвиг, это Гитлер. Мы Гитлера пришли спасать. Блять. Туалет какой-то. Здорово! Здрасте. О, наконец-то, 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 я думал, не выживу. Здрасте, генерал Банан. Вы генерал Банан? Какой Банан? А как? Кто? Дуралеет, что ли? Как вас зовут? Майк. А, Майк? Майк. Я думал, Адольф Гитлер. Ну ладно, наша миссия может спасти. Будете договорить, я вас всех расстреляю. Бургеры есть. Нифига, реально бургеры. Покушать чуть-чуть надо. Ладно, генерал, шлите. Держитесь за нами. Давайте, давайте, давайте. Покажите, на что вы способны. Блять, заклинило. Я подругу, мога. Бля, в окна лезут. Сзади! Черт. Генерал, помогай! Генерал, у нас же там есть винтовка. Генерал! Генерал! Вы чуть не съели, вы что? Ух, их там еще. Генерал. Вас не укусили, генерал? Нет. Они сзади заходят! Что? Откуда? С кухни! Пизда, мне плакать дорога. Генерал! Блядь! Где генерал? Я не знаю. А вон он там где-то. Убегаю с магазина! Срочно! Что, больным генерал? Тупой генерал. Бля, у меня патроны кончились. Не, ну всем патроны кончились. Генерал, у вас есть патроны? Ну, у вас склады где-то есть. У меня тоже закончились. Черт. Черт возьми. Подождите, я достал 4 коробки патронов. Что? Давай сюда, вылаживай. Сейчас, подождите. А где генерал? Мы потеряли. Генерал, тут давай. Тут я. Сейчас, дайте заряжусь. Дайте заряжусь. Генерал! Что вы делаете? Сейчас, вы же умрете. Нельзя вам умирать. Вы... Слишком рано для вас. Генерал Банан. Вам всего лишь 70 лет. Держите патроны. Черт, а раньше скинуть нельзя было. У меня не было патронов. Типа, генерал, отбивайтесь руками. Так, самое время Габрус. Где боец? Где он там сражается? Бля, что? Я ничего не видел. Помочь должны. Что происходит? Там какой-то долбоёб. Генерал, что за хуйня? Что там произошло? Что произошло? Нам танк, кажется, мотор взорвали или что? Пиздец. А что с бананом? Банан сгорел. Банан! Банан! Черт! Я знал тебя целый день. Да, а что нам делать? Надо что-то найти. Нужно как-то выбраться. Генерал, есть тут какая-нибудь машина служебная поблизости?
Может, Ламборгини или там Феррари? Ну, ваша служебная. Не знаю я, не знаю я. Генерал, вы должны знать. Ехал я сюда со своим водителем. Зашел, поесть бургеры. Где у вас машина осталась? Все, я сижу тут уже 2 дня, потому что... Я не знаю, водитель куда-то уехал. Где он мог поехать? У вас есть GPS-трекер? Я думаю, должен быть. Пошлите по нему. Наверное, есть. А, ну и правда есть. Пошли. Пошлите, генерал. Или вы просто не понимаете, что такое GPS-трекер? Окей, технологии нам появились. Слушай, сюда. Пулю в лоб получить хочешь? Ладно, идем, извините. Не хотел вам ничего говорить. О, блядь, слушай, на мне лейтенант Паркер. Да, я сержант Дэвидсон. Вы мне никто. Думай быстрее, твой. Не понимает, как работает. Да что, вообще это, блядь? Где он? У него телепортация. Что-то за новые технологии. Чип в голове, Илон Маска. Генерал, где твоя машина? Она здесь? Ну тут. Генерал. Должна быть, наверное. Ты же молодец. О, машина. Кто за руль? Генерал? Генерал, точно не ты за руль. Вылазь. Давай ключи. Ты никогда не рулил даже. Давай ключи нашему человеку. Дай мне ключи. Генерал, вас точно не покусали? Дайте я вас проверю. Идите. Генерал, скажи спасибо, что мы пришли за твоей жопой. Из тебя погиб банан. Блять, генерал, да ты вообще хуёвый. Ой, меня вы должны ценой своей жизни защищать. Пошёл ты нахуй, генерал, просто по приказу работаем. Ну, генерал, доставки нахуй. Бщись, блядь, вообще какой-то бесполезный. Поставил, блядь, 2 грузовика, пиздец, полезный нахуй. Пиздец, но ещё генерал назначили. Бля. Вы знаете, сколько я всего сделал. Вообще что? Бесполезный. Вы. Кто, мы? Вы, да. Старость не радость. Сотворная ёбнул. Забыл, что происходит, нахуй заснул. Да просто у него этот, как это называется? Разгеймер? Деменция. А вы кто вообще? А мы военные. Да, генеральчик. Генеральчик. А ещё вы знаете что? Вы дезертир. Да, кстати. Убежали. Вы понимаете, что вы дезертир, да? Это 15 лет строгого режима. Мы за вас ведем или, сейчас на суд. Или расстрел, нахуй. Это вы понимаете об этом, да? Генерал, спиздили! Не знаю, целую роту солдат. Еще, блядь, припасы спиздили, машину спиздили военную. Какой-то вооруженный переворот уже готовили. Да какой ты переворот, просто хотел со стороны сбежать. А вы генерал вообще дали. Да, не включай дурачка, дурак. Да, нужен приказ командования. Сходи в ту кабинку там. Сейчас стреляйте, бомжи. Блять, его сворот сломан, это такое. Генерал, стоять! Что сказало командование? Так, генерал... Как вас там звали? Черешня. На месте ли... Блять, генерал Черешня. Смотрите, у вас два варианта. У тебя один вариант, дурак. У тебя один вариант. Либо вы присоединяйтесь. У тебя два варианта, чел. Чел, у тебя два варианта, я тебе говорю. Тут еще есть военные на этой базе. Типа, у тебя есть два варианта. Поехать в тюрьму, тебя на 15 лет посадят. Или мы тебя нахуй расстреливаем. У тебя два варианта. Давай, выбрасывай свое оружие, мы вас повезем. Давай, выбрасывай. Если вы меня повезете в тюрьму, я сбегу в первый же день. Давай, выбрасывай. Выбрасывай, быстро. Выбрасывай, давай. Ах ты ж. Выбрасывай оружие, живо. Сейчас вас... Я охренел. Блять, оружие на пол, придурок. А, так он мне вообще ничего не сделал, мне бронежилет зачистил. Помоги ему, он сейчас сдохнет. Да? Давай, работай. Ну, пули я вам не буду задавать, чтобы вы не рыпались. Это уже все в тюрьме сделают. Все, вы... Нету больше ничего. Все, залазь, Хаймер. Сиди на заднее сиденье. Давай, ой, вы прострелили меня, но... Ой, я буду стрелять по вам медленно. В каждую часть. Все, замолчи. Да, уезжаем в тюрьму.